Снежный рай. Почему Северный Кипр в 2024 году идеальное место для зимнего переезда и покупки жилья? Северный Кипр в 2024 году становится все более привлекательным направлением для покупки квартиры и переезда зимой. Этот регион привлекает своим умеренным климатом, прекрасными пейзажами и качественной жизнью. Во-первых, цены на недвижимость на Северном Кипре значительно ниже, чем в других популярных европейских направлениях. Это открывает большие возможности для инвесторов и тех, кто хочет переехать на пенсию или просто проводить зимние месяцы у моря. Во-вторых, Северный Кипр предлагает высокий уровень жизни. Здесь есть современные медицинские учреждения, качественное образование, развитая инфраструктура и множество возможностей для активного отдыха и досуга. В-третьих, климат на Северном Кипре идеален для зимовки. Здесь мягкая зима, с температурой редко опускающейся ниже 10 градусов и много солнечных дней. Также следует учесть, что Северный Кипр – это место с богатой историей и культурой, которые можно изучать и наслаждаться на протяжении всего пребывания. Таким образом, с учетом всех этих факторов, Северный Кипр в 2024 году по-прежнему остается популярным направлением для покупки квартиры и переезда зимой. Но, как и при любой инвестиции, рекомендуется провести тщательное исследование и проконсультироваться с экспертами перед принятием окончательного решения.